He's starting an immediate investigation. Dreva should already be on suspension. I had a little trouble getting out, but nothing I couldn't handle. I even got my money. I'm going home. Huh? Terrorists. They think we're terrorists. Great. That's just great. They must have tracked me. Let's get out of here. Get everyone to the Beagle. We don't have much time. Здравствуй, забредший ютубщик, житель Земли. Начнем в двух словах, вкратце расскажу, что произошло. Ого, как тут трясется все. Значит, после того, как я загрузил данные для Сузуки, я вернулся на базу. И уже собрался ехать домой, как оказалось, что... Сузуки всю его башню кто-то взорвал, и меня обвинили в этом и назвали это террористом. Вот. И в это же самое время из окна мы увидели. Как к нашей базе на Марсе, прямо на нас, начали приближаться просто толпа истребителей и роботов. И вот что оказалось здесь. Смотрите, сейчас вам прочитаю. Значит, we are under attack. Defend three of the five reactors until we give our signal. All personnel should reach the evacuation shuttle within the next 12 minutes. We will blow reactors from the orbit to destroy any evidence. В общем, мы под атакой. Мы атакованы. Наша база атакована. И что нужно сделать? Наша задача в течение 12 минут... Нужно удержать 3 из 5 реакторов, чтобы их не уничтожили. Что на самом деле до хрена. И тем более с моим уровнем сложности, я уже это, кстати, делаю второй раз. Но, естественно, все разы вам записывать не буду. Вот. Ну что, попробую еще раз. Значит, пробую еще раз взорвать все, блин, значит, удивительно. Короче, здесь должна быть стратегия, причем стратегия, блин, я даже не знаю. Да, вот и видите. Здесь должна быть стратегия. О, гонбой нам нужны. Короче, что нам нужно делать? Нам нужно дивизию выставить. Да, иди сюда, что ли. Нам нужно выставить пару гонбоев вот сюда, одного. Сюда, второго. Так, этот просто пока, похоже, не атакует. Хорошо. Там я поставил гонбой, поэтому нужно не забываться. Блин. Но если честно, то... Стратегия... О, куда сейчас мы ломимся? Куда? Куда с моей, блин? Ладно, давайте туда. Смерти. Да, где? Пипец, короче, я скажу. Так вот блудить нельзя, видите, я испортил всю. Мэп я взял. Давайте проверим здесь. Надо гонбои брать обязательно. Сейчас срочно валить какой-нибудь уже с
защищать какую-нибудь. Так, возьмем. О, конвой, конвой надо брать обязательно. Разберем эту мозою. Для чего? Я бы сейчас посмотрел, для чего. Давай 200, давай 200. Почему не могу взять коньяк? Твою мать, я понимаю. Блин, я не туда зарубил. Короче, плохо дело, дело плохо. Дело плохо, у меня уже заканчивается жизнь. Короче, дело, короче, тут бабы. Видите, я вышел обратно. А где реактор 2? Здесь, здесь реактор 2. Значит, реактор 2 сюда. Так, нужно срочно. Нет. А куда? Видите, в чем тут проблема? Здесь проблема у нас в том, что найти реакторы практически нереально. Блин. Я до сих пор его не нашел. Реактор 2. Срочно вставляем вот так вот. Сел. Все. Так, кого мне? Люди. Вот в этом сейчас. Мы, короче, по полной программе. Тупим я туплю просто по полной программе. Давай, показываю, куда валить. Куда, куда, куда. Давай, сюда. Замочили. Так, давай, чувак, давай, давай. Где мои пауэрапс? Где они? Гид, блять, куда мне идти? Извините за мат. Куда идти? Так, куда мне идти, гид? Давай, давай, давай. Мне нужно срочно забрать его, вот эту ракету. А, вообще-то, ладно, она мне нужна. Давай, power up, скорее всего. Мы уже, блин, времени не теряем. Блин,
давайте по этому поезде составим. Там я вниз и сюда. Давай, все, 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 давай. Тварь. Короче, 3 минуты осталось. Я не знаю, где мои пауэрапс. Все, что мне надо, это может быть, может нам повезет и где, куда идти? Куда мне идти, блин? Давай. О, смотри. Наконец-то мы его замочили. Так, ищи, ищи мои пауэрапс. Чувак, давай, я не хочу покинуть этот уровень. Так, типа нашли. Ничего не ступа. Где? Блин, я не вижу. Все, готов. У нас есть ганбой, сейчас будет ганбой. Давай, давай. Ищи мои пауэрапс, мне еще надо взять. Так. Что у нас тут такое? Давай, давай, давай. Мне еще. Так, что тут? Давайте. Пауэрапс мы ищи, давай. Куда? Дивизию там. Что у нас тут такое? Давай, куда-нибудь. Куда-нибудь. Притащи меня, привези меня. Какой-то реактор. Реактор номер 4. О, нам сюда, отлично. Мы как раз сюда сейчас. Как раз у него. Спасен номер 4 или нет? Давай. Давай в 4, давай быстро. Осталось сколько времени осталось, блин? Хрен его знает, сколько времени осталось у нас. Так. В 4 мне нужно, потому что у меня там остались мои все мои шмотки. Есть у нас полезно, вроде нет, все. Так. Этого мы уничтожили, блин. Так, и что тут? Все есть. Так. Так, все, какой сейчас у нас? В данном сейчас. Второй или в третий? Давай второй. В третий. Хрен его знает. Какой? Статусы реакторов. Я не знаю, блин. Так, похоже, у нас осталась 1 минута, и вроде как каких-то сильных предупреждений у нас было только одно. И мы успели. Осталось 25 секунд. Ну-ка, попробуем удать новое задание. Мы найти мои пауэрапсы. Давай. Давай, давай, давай. Есть. Я уже взял. Короче, смотрю. Что-то никакого. Так, давай, давай, чувак. Осталась 1 секунда. Так, похоже, я успел. О, ребята, я успел. Это чудо, блин, это чудо. На моем уровне сложности. Давайте почитаем, что там нам пришло. Так, я сохранюсь. Сначала я сохранюсь. Посчитаем, что пришло.
Значит, keep three of the fire reactions alive. Raid Acropolis. Good work. All personnel have been accounted for and the shuttles are cleared for takeoff. We have set reactors to self-destruct in 90 seconds. To get out of there now, head back to the main hub to find the exit. Здрасте. У нас тут осталось совсем мало времени. Да, не валить. Ну. И чё? Ладно. Жаль, что мне ничего не... Но я сохранился на всякий случай, я сохранился. Обратно в отсчет у меня осталось 30 секунд, поэтому давай, робот, иди сюда. За эти 30 секунд подобрать, к сожалению, еще нельзя. Так, черт. Не сюда, нет. Не сюда. Main exit, они сказали. Вернуться обратно в выход. Вот сюда. Нет, что ли? В общем, нас сейчас взорвет, все. Мы не успели. Значит, хорошо, что я сохранился. Ну давай, куда ты меня? Потому что если здесь сохраниться. Так, что мы делаем? Включим фонарь. Так, ну и чего? Давай, вытаскивай меня. Так, еще обратный счет не начался, да? Обратный счет. Я забрать не могу. Он все хочет, чтобы я его за все 30 секунд осталось. Ладно, давай найди выход, чувак. И сюда все-таки сюда или куда сюда, а вот понятно, с фонариком. В общем, мы успели. Я советую сохраниться перед тем, как проходить этот. Обязательно нужно сохраниться. Причем на другом сохранении. Иначе, если вам кажется, что вы уничтожаете во время уничтожения защиты реактора, вы можете сохраниться на свое старое сохранение. У вас просто не хватит времени защитить, и восстановившись с предыдущего сохранения, вы окажетесь как раз в том моменте, когда у вас нет времени. Но у нас получилось, я не знаю как вообще, я просто чудом попал именно в те нужные реакторы, которые были под самой большой опасностью, и по дороге, в общем, я уничтожил роботов. Ну, хрен с ним. Значит, мы все сделали, все отлично.